Уже завтра всех поклонников бокса ожидает крайне интересный поединок. Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин встретится в ринге с Дэниелом Джейкобсом. Вчера боксеры прошли церемонию взвешивания, и следует отметить, что оба вложились в лимит. Так, вес Головкина составил 159,6 фунта, а Джейкобса 159,8 фунта. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорка обнародовала гарантированные гонорары участников главного боксерского шоу. Так, Геннадий Головкин получит 2,5 миллиона долларов, а Дэниел Джейкобс 1 миллион 750 тысяч долларов. Сумма гонорара может увеличиться в случае хороших показателей проданных платных трансляций Pay-Per-View. Также Головкин и Джейкобс пообщались с представителями СМИ. Представляю вашему вниманию вытяжки из интервью. Дэниел Джейкобс. Головкин боец номер один, у него чемпионские пояса, у него впечатляющее резюме. Я уважаю его, так как Triple G реально есть за что уважать. Считаю, что как боец я лучше Головкина, и пришло время доказать это в ринге. Я быстрее, но он очень мастеровитый. План на бой – использовать мои козыри, быть самим собой. Геннадий Головкин. Я очень взволнован. Дэниел – самый большой вызов в моей карьере. Это большой бой, и я понимаю это. Мои последние поединки были не из числа самых сложных, но здесь, в Madison Square Garden, в Нью-Йорке, на Pay-Per-View, будет все по-другому. Он хорошо выглядит, и я надеюсь, он подошел к бою со 100% готовностью.